Экстремальные виды спорта, на то и экстремальные, что может произойти все, что угодно. И в такой ситуации вам на помощь могут прийти только друзья. Ну все, кажись, земля. Долбаные тополя! Ача! Помогите! Где Лёнь? Он? Где этот идиот? Где? Ленька, да успокойся ты! Что успокойся? Мы должны были в воздухе составить слово «Таня». И как ты думаешь, выйдет теперь за меня замуж Таня, увидев в воздухе Аня? Где эта долбаная буква «Т»? Ача! А, вот ты где! Ну все, я тебя сейчас убью! Убивать грешно, Леня! Прыгай давай! Мне страшно! То есть 5000 метров тебе не было страшно, а сейчас? А сейчас я протрезвел! Мужики, снимите меня, а! Игорь, да ладно тебе, нужно во всем искать позитив! Посмотри, какой лес! Какое озеро! Погодка так и шепчет! Наливай! Наливай! Витя! Да тебе и гараж, и подъезд, и телевизор на кухне то же самое шепчет. Ну, понял я. Однажды ты даже в церкви что-то услышал. Да понял, говорю. Ё-моё, медведь, мужики, бежим! Куда вы, Друзья называются! Туда побежали, туда. Эй! Самый человек. Алло, да, дорогая. Ну, в Москве сейчас, да. Ну, пока в подвешенном состоянии, да. Ну, что делаю, зависаю. Пытаюсь как-то оторваться, да. Не-не-не-не-не, родная, нет, любимая. Какой алкоголь? Мы же с тобой договорились, и я больше... Не трогай! Не трогай, я только что и сказал, что я не пью. Посмотри, опять сожрался, скотина, насколько... Я взял все и испортил, а? Ну все, хана тебе, держись. О, друзья мои приехали, сейчас тебе... Давай, копай! Мужики, ну я же ничего не сделал. Копай! Будь здоров, копай! Я ничего не вижу. Я с детства слепой. Кто здесь? Кабан? Бобер? Кто говорит? Слышь, кабан, откуда он нас с тобой знает? Бобер, я не в курсе. Извини, мужик. Ничего личного. Давай, слезай. Медведь! Медведь! Слушай, Мишка, у меня сейчас к тебе такие смешанные чувства. Я с одной стороны вроде и рад, что ты вернулся, но с другой стороны меня пугает, что ты до сих пор обо мне помнишь. В смысле? Что это значит? О, это твоя барышня, что ли? Ну ты романтик, ты посмотри, какой джентльмен, прям я не могу. Вы что, цирковые, что ли? Помогите! Игорь! Игорёк! Ты что там? Игорь! Чё вы вернулись? И, Лёня, я все видела! Это так романтично, спасибо! Видишь, все получилось, Лёня! Спасибо мне сказать не хочешь? Спасибо, только это Аня! А это кто? А вот это уже Таня, валим! Да кто-нибудь спилит этот тополь или срубит, а? О! О! О-о-о-о! Да ездишь! Кому спасибо говорить-то, а?
Хорош, хорош! Куда? Дорогие друзья, в конце выступления хотелось бы сказать огромное спасибо нашему другу из высшей лиги за то, что согласился нам помочь. Монстр! Да не за что, уважаемые. Когда вы мне сказали, что на этой сцене повешаете человека, который помешал мне пройти в полуфинал... Я согласился, не раздумывая. Дорогие друзья, но это еще не все. Танцуй, пока молодая, девушка. Ух ты, и Раиса здесь. Девчонки, валим отсюда, валим, быстрее, валим.